Всем привет, друзья, это канал Morgan Games. Мы с вами продолжаем Life is Strange и находимся сейчас в каком-то непонятном видении. Чё-то мы куда-то переместились, тут все не так, как вообще в реальной жизни. Все какое-то странное, все пропадает и все, короче. И Кейт жива здесь. Она плачет над собой, что ли? Это вообще, это нонсенс. Давайте я лучше отсижусь в душевой комнате, она же открыта, написано, душевая открыта. Давайте я просто отсижусь и все, и не буду никого трогать. Ладно, пошли поговорим с ней. Привет, Кейт, что такое? Что ты... А что нельзя с ней поговорить? Вообще непонятно. Вставай, эй! О, поговорить. Привет, Кейт. Макс, как ты могла позволить мне спрыгнуть с крыши? Ты была единственным человеком, которому я доверяла. Хотя ты никогда меня не слушала. Теперь я никогда не попаду в рай. Вместо этого ты заточила меня в ад. Вечное одиночество. Нет, Кейт, я лишь пыталась тебе помочь. Такие все неблагодарные, капец, ты помогаешь, помогаешь. О, давай, полетай. А если я могу открыть, подожди, что будет? Смотри, за Кейт пошли. А там еще ж дальше был ход, или туда нельзя было? Мне кажется, туда было нельзя все-таки. Карта, Академия Блэквелл. Женские душевые, Тейлор... Это женская общага. Мы попали в женскую общагу. Вот тут, по-моему, это живет Дана. Да нихера себе, смотри, тут каждая дверь открывается и какие-то лабиринты. А это что за общага? Это тоже женская общага. Короче, если мы попадем сюда, то никуда не придем. А если сюда? 224. Это кто у кого ключи просит? Я не понял. Давай сюда пойдем. Или может нам надо сразу к нашей комнате пробраться и в нашу комнату зайти, а? Может все-таки так будет лучше? Мне почему-то кажется. Давайте эти двери все игнорировать. Дверь Кейт тоже игнорируем. А в комнату Макс заходим. Не обращайте на меня внимания. Я тут лишь для того, чтобы стащить ключи на наркотик. Ага, я помню. Это мы... А, это мы ключи от фургона тащили у этого, у Фрэнка. Ну, давай-ка заглянем в нашу комнату, посмотрим, что там. Интересно. Ага, то есть тоже, если в нашу комнату зайти, то мы тоже попадаем в... Ха, женскую общагу, нихера себе. Подожди, а где я еще не был? Туалет. Да что такое? Может, тут нам надо ключи найти? Тут все говорят про ключи, а я их пока не вижу. Лучше бы мне что-нибудь отыскать. Отыщи ключи, слышь? Серьезно, он же говорит, что нужно ключи найти. А куда же я положил, говорит, ключи? О, ха-ха-ха, кит лежит. Здорово, кит! Это будет уха такая, наверное, на весь кампус. Сэмюэл уху забодяжит. Блять, я опять здесь. Это меня уже начинает немножко морозить. Подожди, а что тут нам... Карта говорит. Душевая, Брук. Карта же не поменялась никак, да? Карта вообще не поменялась. ТВ-зал, торговые автоматы. А я прихожу как? Я прихожу... Вот это вот, Макс, это моя комната. Я прихожу, получается, где-то вот отсюда и вот так вот начинаю ходить. Душевая закрыта. Тут я тоже сюда попасть не могу. Могу только попасть в комнаты к вот моим подругам. И все, больше ни к кому. Сюда нельзя. Тут дверь. Хер знает. А, вот, ключ какой. А что раньше-то его тут не было? Что за бред? Тут имеет смысл вообще осматривать места повторно. Я нашла уже ключ. Так, подожди, а теперь-то что? Я опять здесь, то есть ключ я нашла, но все равно я нахожусь опять тут. Никуда мы отсюда не убежали. Здесь должен быть ключ. Найди. Да мы нашли, блядь, этот ключ. Что тебе еще надо, собака? Как отсюда выйти? Как отсюда выйти? Давайте сюда пойдем. Да, я уже просто не знаю, что происходит здесь. Что это такое нахер? Карта.
ключи от Блэквелла. Спасибо нашему Дэвиду. Какие запасные ключи от Блэквелла? Вы что, издеваетесь? Я же нашла ключи! Я же их нашла. Так, в душевую ходить не надо, там точно нет ничего. А мы пошли в туалет. Еще раз. Вы что, вы, блядь, на приколе, нет? Может, тут что-то не открывалось? Да я нашла ключи! Кому их отдать? Они у меня, блядь, здесь. Идите, заберите. Серьезно, я вообще не понимаю, что происходит. Кому, что, куда, как. Так, ладно, тут все. Пошли, может, Кейт. Кому вернуть ключи? Может, их надо вернуть теперь? Блядь, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Он теперь орет, верни мои ключи. Положить на место? Нет? Нет, нельзя. Туда я уже ходила. Кейт, мы ходили. Пошли вот сюда. Что за бред? О, и все. Что ж вы сразу не сказали? Может, вам еще ключи от фургона подогнать, раз пошла такая пьянка? Подгони, сука. Что это за бред? Куда тут теперь еще идти? Ключей тут больше нигде нет. Сука, да перестаньте! Мне это уже тупо бесит, меня бомбить начинает. Что карта мне подскажет? Душевая, Макс, Дана, Стелла, Тейлор, Джульет, Кейт, Виктория, Брук. Блять, тут больше никого нет полезного для меня. Да я стащила уже, вот мои ключи, блять, вон они в углу экрана висят. Куда теперь идти? На, опять в парашу иди. Просысь. Сука! Блять, меня уже бомбит. Да вот они у меня, блять. Что не так? Что? А, что не так, блять? Я уже стащила ключи. Давай в каждую тупо дверь зайдем. В каждую, мать его, дверь зайдем. Мне посрать, я буду в каждую дверь тупо заходить. А может, еще какие-то ключи есть? Может, еще есть одни ключи? Где-то они, ну, тут нарисовались, а я их просто не вижу. Они должны, может, еще какие-то быть, еще какая-то связка. А, вон же, блядь, вон же ж написано 218, а я хожу. Блядь, 218 нам сюда, и стопудов тебе отвечаю. Бляха! Видишь? Блядь, я не прочитал, ну... Ладно, так это мы где уже сейчас? Это мы все равно в женской общаге? Обклеено все пропажа Рэйчел. Эмбер. Она была моей мантой. Когда мой отец погиб, а ты уехала, я была одинока. Рэйчел спасла меня. Так Рэйчел заняла мое место. Я рада, что она была с тобой. Полгода назад. Просто уехала отсюда. Без слов. Без меня. А вдруг она не пропала? Может быть, просто начала жизнь заново? В отличие от тебя, я бы не сказала ясно. Что-то случилось. Перед уходом она сказала, что встретила человека, который изменил ее жизнь. Испарилась. Ну, Джефферсона встретила. И испарилась. Это же браслет Рэйчел. Какого хрена он у тебя делает? О! Я понял. Браслет надо искать. Где браслет Рэйчел? Думаешь, мы с Рэйчел могли бы подружиться? Не такие уж вы разные. Она разбиралась. Она Рэйчел отлично разбирается. Плюс она такая же зануда, как и ты. Мы бы все стали ветеринарами. Давайте в каждую дверь тупо заходить. В ту, что справа мы уже заходили, вот теперь в эту, что слева. В душ я уже ходил. О! Ха-ха-ха-ха! Бля, я Виктория! Охренеть! Виктория Чейз рулит. Вообще, я самая рульная баба тут в кампусе. Чё как? Сука, кто это написал? Я не пойму вообще, кто... Слышь, я сейчас в каждую дверь буду ходить проверять, кто написал Виктория Уродина. Так, а ну кто здесь живет, блядь? Да, свали на все 4 селфи. Кто живет в 217-м? А ну подожди. Так, в 217-м живет Стелла Хилл. Стелла, ты конченая шлюха. Это ты написала, что Виктория Уродина? Я не поняла. Нет, не Стелла. А кто живет вот тут вот слева? Тейлор Кристенсен. Тейлор, собака, а ну и сюда.
Я с тобой дружить больше не буду. Так, ладно, не ты. Хорошо, кто же написал, что Виктория Чейз конченая уродина? Ну, не конченая, конченая это я сама уже добавила про себя. Дана Уорд. Дана, я знаю, что ты беременная. Всему кампусу расскажу, что ты залетаешь от мужиков. А ну, подожди-ка. Нет, не Дана. Ладно, Дана, тебе повезло. Кто следующий? Да, мой кашемир обоссали. Джулиет Уотсон. Это ты обоссала мой кашемир? А это ты обоссала мое платье, мою рубашку? Нет. Кто вас слышит? Я вас вообще не слышу. Я не знаю, даже тут в дверях никто не живет. Я пытаюсь найти, но не могу. Женская душевая, Кейт Марш. Так, я сейчас Кейт тоже отдельный визит нанесу. Я про тебя видео сниму, Кейт. Порнуху сниму и покажу всему миру. Виктория Чейз любит... Чё? Член я люблю. Так, что у нас здесь? Нет, в душевой тоже никто не прячется от меня. Ну подожди. Так. Ты сосешь, Виктория. А, комната Виктория. Я в свою комнату пошла, заебали. Пошли все в жопу. Виктория Че любит Че, Виктория Че из рулит. Виктория уродина, ты сосешь, Виктория. Рэйчел шлюха. Ну хоть Рэйчел тоже, как я. Так, пошли сюда. Это точно моя комната, я отвечаю. В смысле, это не моя... А, моя, видишь. Все, я больше не Виктория. Я опять Макс. Опять мои все эти фотки, хуетки. Это по-любому нам надо в свою теперь комнату идти. Я отвечаю. Нам теперь сюда. Посмотри на меня, я Макс... что? Ха-ха, Макс селфи, говно. Это Виктория нарисовала точно. О! Смотри, задом наперед все. Дана пошла, он это жирная мисс, как ее там. Какие-то заклинания читают. И что теперь? ЖГВш, как турецкий какой-то язык здесь. Это как в начале игры. Что делать? Еще скажу тебе, что музыка будет задом наперед играть. Походу так и есть. Ройлет! Что? Взглянуть! Что, бля? Макс, ты тоже задом наперед говоришь? Яйца посинят. Что-то, блядь, про яйца сказала. Что здесь происходит, бля? Ты смотри, блин. А что нам делать-то здесь? О, олень, смотри, олень. Здорово, олень, куда ведешь? В туалет ведет. Ну и все в жопу, я не хочу так ходить задом наперед и все вот это рассматривать. Я лучше сразу в этот. В Итьев. Нет, Итьев это войти. Я в Тилаут пойду, бля. Я пошла в Тилаут, все. Не пытайся скрыться, Макс. Иди сюда. Дай тебя сфоткать. Шикарно. Теперь мы в каком-то лабиринте галерей. Джефферсон снова ищет меня. Нет. Раньше ты была такой непорочной. Ну да. Такой невинной. И Джефферсон нас снова ищет. Тебе придется умереть. А я смогу время мотать, если что. Это падла меня не найдет. Я думал, мы от тебя уже избавились, пидор. Единственное место, где я могу быть с собой, это в проем. Конечно, конечно, это я уже заметила, блять. Я не могу туда заходить, я могу только здесь Макс. Перемещаться. Пошел нахер, ублюдок, вонючая падла. Так, давай сюда пойдем. Тихо. Где он тут? Сука, что он тут делает? Позволила, конечно, еще раз позволила. Я у тебя сзади. Твой энтузиазм, Макс. Мудила. Думал, что смогу быть твоим.
преподавателем. До конца жизни. Конечно, до конца жизни будешь преподавать меня. Чё, совсем охерел, что ли? Учатся 5 лет, блядь, или 6. А он до конца жизни думал меня учить. Что тебе никогда не стать художником, а фотографом уж тем более. Иди сюда, Макс. Зато тебе, блядь, стать. Урок окончен. Может... Эй. Блядь. Может нам, слышь, может нам как-то... Падла. Блин, а все равно попадаемся, видишь? А фотографом уж тем более. Иди сюда, Макс. Урок окончен. А где это я? Че, в самом начале опять? Уже скучаю по тем дням, когда ты смотрела на меня своими широкими глазами. Я снова хочу быть твоим преподавателем. Столько много... Эй, Макс! Много чего ты хочешь, ублюдок. Я снова хочу быть твоим преподавателем. Столько... Макс! Да сука! Хочу быть твоим преподавателем. Столько многому еще можно тебя научить. Себя научи. Так, тихо, тихо, тихо. Аккуратно, осторожно. Макс, помнишь, что сказал Джон Леннон? Счастье — это теплый ствол. Надеюсь, ты счастлива, раз я мертв. Конечно, счастлива. Смотри, фотки Кейт здесь. Мои фотки. Смотри в объектив, Макс. Теперь направо. Налево. Покажи мне свою любовь. Я тебе сейчас кое-что другое покажу. Так, тихо, спокойно, все хорошо. А, давай теперь вот тут. Не пытайся скрыться, Макс. Иди сюда. Дай тебя сфоткать. Дай тебя сфоткать. Губу раскатал. Закатай. Уёбок. Так, пошли сюда. Макс, раньше ты была такой непорочной, такой невинной. А теперь... Добрый вечер, Блэквелл. Это ректор Уэллс. И я здесь, чтобы оклеветать Макс Колфилд. В смысле оклеветать? За что? Еще и ректор тут против меня. Внимание. С прискорбием сообщаю, что одна из наших любимых одногруппниц, Максим Колфилд, погибла в результате печальных обстоятельств. А ну пошли сюда. Я обещаю расследовать это. Возможно, на маяке я буду в безопасности. Или я проснусь. Макс, где ты? Макс, выходи поиграть. Уоррен? Давай поиграем. А ты что тут делаешь? Ты же нормальный вроде. Уоррен, здоров. Стой. А, нельзя. Нельзя, видишь. Эй! То есть он тоже опасен. Рэм. Отвали отсюда, Уоррен! Обезьяничать! Кто хочет пойти обезьяничать? Явно не я и не с тобой. Тихо, 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 тихо. А, он на одном месте стоит и светит. Макс, заценил мой. Это можно быстро пройти. У меня была кнопка, чтобы к ебеням взорвать эту школу. Ха! Дёрик! Бля, Дёрик, отвали. А там еще Мэдсен, смотри. Дёрик хочет школу к ебеням взорвать. Как только я узнаю, кто рылся в моих документах. Тут еще... Бляха. Сэмюэль, ты же вроде хороший чувак. Зачем ты тут? А Мэдсен он там ходит. Бедная Кейт Марш. Макс с таким же успехом могла спустить ее с крыши. Что тут творится? Мэдсен. Пошли сюда. Привет, Макс. Свалка. Тут тоже Джефферсон стоит, он, видишь? Я распотрошу тебя, тварь. Блять. А, и тут этот уже говорит, походу, этот, как его, Фрэнк. Это были мои бобы, Макс. Это были мои. Какие бобы? Какие бобы? Ты что тут обкурился? Что это вообще за реальность такая интересная? Бутылка. А, зачем бутылка? Может его бутылкой огреть? Или можно бутылку взять и кинуть, чтобы отвлечь их? Нет? Когда Хлоя мертва, ты больше не будешь отвлекаться на урок. Возьми. О нет, бутылки. Похоже, это ад. Даже воду позирует для меня. Нейтан. Или кто это? Только потому, что... Стой! Блядь! Нейтан отзаебал.
Тихо. Хочешь поздороваться с Рэйчел? Не хочешь. Она позирует для меня. Не хочешь. Я хочешь идти туда. Только потому, что я тут. Фрэнк, блин. Да заебал. Как Хлоя поливала тебя грязью. Это было жестко. Я ж почти на маяке уже. Понимаю, еще бутылка. Но их не так уж и трудно находить. А зачем их находить? Может, бутылками маяк открывается или что? Скамейка. Фух, мы прошли. Скажи что-нибудь, Макс. Как обычно ты говоришь, когда сидишь. Нам, походу, туда. Опа, где это мы? В снежном шарике Хлои, что ли? Но это не совсем шарик. Не спорь с шеф-поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Когда нет мамы, то да. А, смотри. Я расскажу ей. Сейчас мы опять увидим, как Дэвид уехал и погиб. Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Такая белка здоровая. Походу, у Макс тоже белка. О, не знал, что... Тебя, наверное, Джефферсон слишком сильно переколол, раз тебе всякое такое мерещится. Скоро буду. Когда этот уже бред весь закончится? Весь вся серия тупо про бред. Простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжелый груз всяких лакомств для нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Еще $1, банк ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Опа. Это я. Эй, здорово, я здесь. Черт, где же ключи? Еще $1, банк ругательств. Ну, видишь меня? Освободи. Ага. Я хочу вернуться в свою реальность. Такие. Там хоть и торнадо, но, блин, я всяко лучше, чем здесь. Попытайтесь не устраивать слишком большой переполох. У меня кислород заканчивается. Алло, Уильям. Что-то кто-то пишет. Уильям? А он же здесь. Привет, Макс, не передашь привет Хлоя и Джойс. Не забудь напомнить, что позволила мне умереть. Пошел ты, слышишь, ты не настоящий. А это что? Макс, сколько еще раз ты проебешься? Сколько еще раз Хлоя должна умереть у тебя на глазах? Может, тебе хоть раз стоит оставить после себя жизнь? Найди фотки моих кошек. Пожалуйста, мое сердце разбито. Always take the shot. А, всегда делай снимок, как Джефферсон учил. Сделай селфи, девчуля. Да, у тебя не так много вариантов. Вперед к маяку. Макс, почему ты хочешь всех убить? Неужто не можешь простить все те издевательства? Go fuck yourself. А, go fuck your selfie. Что за бред тут творится? Хлоя. Макс, это твоя подруга Хлоя, та, которую ты бросила в коляске в другой реальности. Разве я тебя не поблагодарила перед тем, как ты свалила в другую жизнь? Ты не только плюнула на мою просьбу, но еще и сразу же прыгнула в эту фотографию. Сколько, блядь, еще раз ты бросишь меня одну, хиппи? Что за бред тут творится? Нейтан. Макс, мне так нравятся фотки с тобой, снятые Джефферсоном. Он идеально запечатлил тебя. Если вдруг захочешь, можем вместе потусить на курице. Угу. Помпиду! Сука, не смей связываться с Фрэнком или со мной. Есть что по вкусняхам. Ай, блядь. Есть что по вкусняхам. Это, наверное, самое охрененное сообщение за всю игру тупо. Помпиду со мной общается, блин. Охренеть. Самуэль. Добрый вечер, юная Макс. Белки умеют со мной говорить, но как это делаешь ты? У Самуэля ведь нет телефона. Как это ты мне тогда пишешь, если у тебя телефона нет? Рэйчел? Привет, Макс. Рэйчел Эмбер на связи. Просто захотелось представиться. Скоро увидимся. Очень скоро. Типун тебе на язык. Я еще, слава богу, не помираю. Жесть какая-то тут творится. Ну, сообщение от Помпиду, это просто вообще. Это козырь. Как еще будет длиться этот кошмар? Козырь всей серии. А что это я в труханах в одних сижу? Я не поняла. Макс, надень штаны, ты не позорься. А, у тебя шорты такие короткие. Думаю, ты идеально подойдешь для моей новой фотосессии на ретро-пленку. Смотри.
Хлоя! У тебя есть качества, которые мне полюбились в Рэйчел Эмбер. Хлоя, ты ебанулась! Это же этот преступник, который Рэйчел убил. Не говори. И она никогда не замолкает. Не так ли? Да я уже молчу, все. Меня так достала ее хипстерская хрень. Мне кажется, Макс уже всех достал в Блэквилле. Давай это докажем. Ну, я Ворон. А я думала, у тебя в мозгах только Макс. Не совсем. И кому какое дело, что она не поцеловала меня? Видел бы ты, как она клеилась ко мне в моей комнате. Просто жесть. Пусть Макс увидит, как я заигрываю с тобой. Иди сюда. Ты шо, блин, сотри. Черт, да ты сексуальная сучка. О. Че ты тусуешься с этой Макс? Еще один. Скука смертная. Она мне скорее как прислужница. Понимаю. Не хочешь пойти на тусу? У меня до хера наркоты. Черт. Макс шпионит за нами. Делай уже твой ебаный снимок, сука. Ну или селфи. Вот видишь, как надо отрываться, Макс. Никаких тебе мошпитов, девчуля. Блин, Виктория. Нихера себе. Настоящая женщина. Я знаю, что это девчонка, Макс. Мне пиздец, как нравятся твои татухи, Хлоя. Ты такая сексуальная. Что происходит? А трудно. Мы так долго искали друг друга. А, фу, бля, даже смотреть на это не хочу. Фу, бля! Почему ты получила способности? Ты ведь даже не умеешь ими пользоваться. Рэйчел мертва, а ты все еще жива. Жизнь несправедлива. Хлоя, отвали. Лучше бы ты не возвращалась в Аркадий Бэй. Буря здесь — это ты. Да, конечно. Во всем, блядь, я виновата. Что происходит? Опять я впарашиваю какой-то сраный. Я же к маяку пришла уже. Что делать? Панель. Я буду так благодарна, если это последняя кодовая панель в моей жизни. Так а открой ее нахер. В смысле? Откуда я знаю? Тут куча цифр. Зашибись. Комната вся исписана числами. И как я найду нужный код? Так а серьезно, а как я найду нужный код? 8391-3602. Подчеркнутая счета. Подчеркнутая тройка. 9. Тут обведено. Блять, я не понимаю нихера. 2515. А может, каждая цифра подходит, слышь? А вот обведено 7802. Давай попробуем 7802. Сука. А почему зеркало не отражает эти номера? Зеркало 1 отражает. 0311. А, вот и подсказка, видишь. Так, блин, реально. Без подсказки тут хрен справишься. Давай вот так. О, все. Ха-ха, красава, Макс. Пошли отсюда, блин, какие-то... Опять я... Я теперь никогда не потанцую, Макс. И не забеременеешь. А я только хотел начать новую жизнь в Калифорнии. Помпиду! Слушай, есть что по вкусняхам. Мы не особо ладили, но это не значит, что я должен умереть. Поговори со мной, Помпиду. Макс, надеюсь, ты поступишь правильно. Очень. Я был счастлив быть всего лишь твоим другом. Почему ты хочешь, чтобы все твои друзья погибли? Ты не хочу дорогой такого. Муж, я всегда считала тебя своей дочерью. А теперь ты хочешь отобрать у меня моих родных? В смысле? При чем тут я? Макс. Вот, я значит, очень хотел, Макс, чтобы ты был рядом со мной. Как я тебе уже говорил, старые рыбаки никогда не умирают. Ну, всего времени. Брейкер, Брейкер, спасибо за то, что спасла меня, подружка. 10-4 в нашу пользу. Не так. Убивать меня это так не круто. Вау, Макс. Понимаешь, я был не лучшим ректором для тебя. Ты убиваешь нас? Но ты была прекрасным героем дня для нас. Прошу, спаси нас. Значит, моему мужу и ребенку придется жить без меня. Не дай моим белкам умереть. Мне бы очень хотелось быть твоей подругой. Но прошу, не дай мне вот так умереть. Я ведь еще подросток. Опа, здорово, а ты это я, типа, да?
Нифига себе. Слышь, а я еще по вкусняхам. Чего ты себе столько в тарелку наложила и не врешь? Я пойду лучше он собаку покормлю. Кто? Кто ты? Твою ж овсянку, ты серьезно? Это ты, идиотка. Ну или одна из тех Макс, которых ты оставила позади. Ты поможешь мне выбраться? Теперь тебе нужна помощь? Думала, ты контролируешь всех и вся, да? Хотела обвести время вокруг пальца? Хотела. Мне не давали выбор. Я этих сил не просила. Не строй из себя невиновную. Ты оставила за собой дорожку смерти. Даже позволила параноику Мэтсона убить Джефферсона. Больная! Ты еще более бессердечная тварь, чем он или Нейтан. Да в смысле? Я нормальная. Вранье! Это была самозащита. Я никого не хотела убивать. Это не отменяет факта, что ты убийца. Я знаю, кто я. А ты просто унижаешь. Из тебя так и прет лицемерие. Посмотри, сколько боли ты причинила. Это не моя вина, сучья ты дочь. Не смей так говорить о нашей маме. Давай поговорим о том, что ты натворила. Погоди, дай угадаю. Ты разъебала время и пространство ради своей драгоценной подружки Хлои? Думаешь, она всего этого стоит? Да, стоит. Она мне очень дорога. О да, ты за 5 лет ни разу не связалась со своей лучшей подругой, а ей пришлось пройти через ад. Молодец. У Хлои и то лучше получалось вызывать у меня чувство вины. Потому что ты позволял ей издеваться над тобой. Это стокгольмский синдром. О, ты не учил эту тему. Ничего испытаешь на своей шкуре. Как и Рэйчел. Да заткнись ты. Тебе меня не напугать. Я бы больше боялась, что Хлоя убьет нас, а не Джефферсон. Макс, ты правда думаешь, что она нам подруга? Ты ее очередная марионетка. Блин, какая же ты тупая. Мне стыдно носить твое имя. Так не носи. Когда-нибудь твоя Хлоя уничтожит. О, черт, помянешь дьявола. Чувиха, не еби ей мозги. Она знает, через что мы прошли за эту неделю, а ты нет. Нормально. Ты не сможешь нас разлучить. Вот где правда. Че ты застыла-то? Прошло 5 лет, а ты все та же Макс Колфилд. Я и правда рада тебя видеть. С возвращением. Пристегни ремень. О, блядь. Ну чё, опять за бред тут происходит? Куда теперь? Помнится, у тебя недавно был день рождения. Это камера моего отца. Теперь она твоя. Же это круто. Спасибо. Камера просто потрясная. А. Ну, раз уж мы снова стали подружками. То есть... Давай закатим тусу. Мы, получается, переживаем все воспоминания, эй, что ли? Эй, охуенная песня. Давай, хиппи, танцуй. Жги, подруга. Ладно, пошли дальше. Йоу, выруби, выруби. Мы это все уже видели. Ты была рядом. Ты спасла меня. Я до сих пор в шоке. Встретить жесть. Встретить тебя после стольких лет. Судьба. Судьба. Итак, покажи, что ты можешь. Эпик. Я клянусь верности великой Макс и ее магической. Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Дикую и неопозданную. Пах, ты снова спасла меня. Боже, мы теперь навеки связаны. Пройти-то раз дайте. У нас таинственный супергерой. Я слышь? Твоим верным спутником и компаньоном. Ты и я, дай пройти. Мои силы. Иду туда. Обойду. Я так рада, что именно ты мой напарник. Главное, вот это жесть. Себя. Спорим, я открою эту дверь быстрее тебя взломчить. Показываются все моменты, пережитые нами вот с Хлоей. Макс, посмотри-ка на эти файлы. Чего там уставились? Это не рисунок, Хлоя. Проявочная. Смотри. Рэйчел в проявочной. Это у Дёрика мы были. Бомбочка! Гляньте, в мои воды забрела выдра. Выдра. Твоя сила... У нас ничья. Я себе задницу отморожу, когда выйду из воды. И ты очень мила с этой хлоркой на волосах. Жесть. Вот жаба. Вот и свинка. После вчерашнего мирка. Дважды спорю. О, фу, бля. Черт. Да ты жжешь, Макс. Какая шикарная тачка. Прям как в сериале «Во все тяжкие». Как было бы круто уехать на ней куда-нибудь на побережье.
Знаю. Дай помечтать. Меня тянет. Пока я не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа. Черт, капец. Как мне повезло, что мой отец так крут. Вот прям все что-то с Хлоей связано. Макс, твою мать, ты какая-то странная. Знаешь, так необычно снова гулять с тобой. Понимаю. Но я рада, что я здесь. Умоляю, не надо относиться ко мне как к ребенку. Ну я же все... Вау, крутая фотка. Мы такие классные пиратки. Жаль, что... Хлоя, ты здесь! Просто... Я так рада, что ты здесь. Кейт была не первой. И все эти папки для остальных жертв. Рэйчел! О, боже, нет, нет, прошу, только не она! Хлоя! Рэйчел, за что? Ну же, Макс, мы почти добрались. О! А это как раз то, что сейчас, наверное, прошу, происходит. Очнись. Да? Надо очнуться уже. Макс, давай, очинайся, блядь, очнись. Еще чуть-чуть. Очнивайся. Не бойся, все будет хорошо. Очнивайся. Во, наконец-то! Давно пора. Макс, Макс, ты меня слышишь? Прошу, не молчи. Я похоже, отрубилась. Прости. Больше никогда так не делай, ясно? Я клянусь. Но тот кошмар был таким реальным, таким страшным. От маяка уже ничего не осталось. Фига себе. Да тут, блин, капец. Ему на Аркадия Бэй только подуть разок. И все. Макс, другого выхода нет. Я как будто сделала этот снимок тысячу лет назад. Ты можешь использовать это фото, чтобы перемотать время до момента его съемки. Мне всего лишь придется. Мне... К черту! Нет, ни за что! Сейчас для меня важна только ты. Кроме тебя мне никто не нужен. Я знаю. Ты много раз это доказывала. Хоть я этого и не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от мамы. Только посмотри, через что ей пришлось пройти. И она смогла. Она заслуживает гораздо большего, чем сдохнуть в этой ебучей закусочной. Даже мой отчим не заслуживает ее смерти. В Аркадии Бэй столько людей, достойных жизни. Больше, чем я. Не говори так. Я тебя не променяю. Это не торги. А что, если ты просто откладывала неизбежное? Ты только вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит с Аркадием Бэй с того момента, как ты спасла меня. Знаю, я эгоистка, но сейчас я впервые хочу принять свою судьбу. Нашу судьбу, Хлоя. На этой неделе ты наконец-то вернулась ко мне. И ты подарила мне свою любовь и свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего я не делала 100 лет. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны, и они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни сделала, я знаю твой выбор
кажется правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс, только ты можешь. О, нифига! Пожертвовать Хлоей и пожертвовать Аркадия Бэй. А, жесть. Ну это капец. Это, наверное, последнее решение, главное вообще в этой игре. Итак, барабанная дробь. Кем будем жертвовать? Кем будем жертвовать? Чем будем жертвовать? Давай, барабанная дробь. Как вы думаете? Чё, куда, кому, как? Кому жить, кому умирать? Потом объясню. Макс, пора. Хлоя, мне очень-очень жаль. Я не хочу этого делать. Я знаю, Макс, но мы должны всех спасти, правда? И ты заставишь тех ублюдков заплатить за Рэйчел. Наша с тобой неделя. Это самый драгоценный прощальный подарок. Ты мой герой, Макс. Ну, вот, Макс, ты... Я так и знал, что ты лесбиянка, блин. То, что ты игнорила Уоррена постоянно. Нормальный же пацан. Поебало умеет бить, а ты на баб заришься. Я всегда буду любить тебя. Теперь уходи отсюда, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. И Макс Колфилд. Только попробуй меня забыть. Никогда. Даже ураган, он, видишь, начался из-за того, что в мире много геев и лесбиянок стало. Он хочет почистить чуть-чуть. Особенно, мне кажется, в Аркадии Бэй их больше всего. Может, надо было все-таки Аркадию Бэй разрушить? Но я принял такое решение. Хорошо, я сейчас прям объясню. Или не объясню, но я успею, нет? Не, не успею, потом. Давайте тут просто помолчим. Все хорошо, Нейтан. Не паникуй. Все в порядке, бро. Сосчитай до трех. Не беспокойся. Это твоя школа. Захочешь, взорвешь ее. Ты босс. Чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мой чмошный отчим. Итак, перейдем к делу. Нет, у меня ничего. Врешь. У тебя до жопы бабла. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой! И что я могу сделать? Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его! Не смей мне указывать! Меня достало, что люди пытаются мной помыкать! Из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем, чем из-за наркоты. Да по такой швали даже скучать не станут! Убери от меня пушку, псих!
Да. Вот такая вот была концовка, собственно, пятого эпизода и всей игры Life is Strange. Что я могу сказать? Мне кажется, что эта концовка действительно правильная, потому что если бы мы, скажем, спасли Хлою, то разрушился бы весь Аркадия Бэй, погибла бы мать Хлои, погибли бы много хороших людей и так далее и тому подобное. И почему я так сделал? Я сейчас объясню. Вы скажете, может быть, что я там бессердечная скотина, что зачем ты так сделал, зачем ты убил Хлою, ведь она же была лучшей подругой Макс, она же такая крутая. Ну, не спорю, конечно, мне Хлоя тоже как бы в этой игре нравится, наверное, любимый даже мой персонаж, но я решил сделать именно так, потому что так будет правильно, так будет справедливо, и вот почему. Потому что вот сколько бы не было таких способностей у Макс, сколько бы она не могла пользоваться вот временем, перематывать время назад, если вселенная захотела, чтобы Хлоя умерла, то вселенная этого добьется рано или поздно. И вот она уже пыталась и так намекать на то, что Хлоя как бы пора на тот свет, когда вот ее в альтернативной реальности тоже она погибла, вот была парализована, потом умерла. Джефферсон ее убил опять-таки, и Хлоя постоянно была на волосок от гибели, то есть вселенная намекала, что Макс, да дай ты ей наконец-то умереть, потому что иначе я же нашлю ураган, я же нашлю торнадо, и вообще будет Аркадия Бэй потом платить за твои ошибки. И я считаю, что правильный был таки вариант все-таки дать Хлое умереть, потому что мы не знаем, но вот они бы вот спаслись, да, вот Хлоя бы выжила, а вдруг она на следующий день потом дерево на нее упало, или там, не знаю... Она ехала на машине, тут хопа, олень перебежал дорогу, Хлоя тупо переехала оленя, и рог ей прям вонзился в сиську, и все, она умерла за рулем. Ну капец, ну знаешь, масса способов. Попрыгала в бассейн, там с Макс купались, она захлебнулась и утонула. Целовались Макса, слюни попали Хлоя в рот, она поперхнулась ее слюнями и тоже умерла. Ну короче, много всего. Может быть, вселенная бы реально взяла вот это свое. Я думаю, что 90% Хлоя бы не пережила бы еще года, наверное. И рано или поздно она бы умерла бы. Поэтому лучше дать ей умереть. И вот этот момент, когда мы ее спасли в туалете, он это все и начал. Вот Хлоя выжила, и в итоге Кейт Марс прыгнула с крыши. В итоге там Джефферсон дальше пошел маньячить. Убил Нейтана, убил Викторию. Много всего, короче, похитил нас. Убил опять же таки Хлою, которую и так надо было убить еще изначально. Поэтому как бы я хорошо к ней не относился, то вот все равно надо было дать ей умереть, потому что иначе никак. Хотя, как я уже говорил, вдруг этот торнадо пришел реально из-за того, что популяция геев и лесбиянок в Аркадия Бэй возросла. Может и так, хрен бы знал. Но, как мы видим, я молчал специально, молчал, когда вот эти были вот сценки с похоронами и так далее. Я пишу сейчас, что произошло. Кейт не прыгнула, Кейт выжила, все хорошо. Нейтана сразу повязал Дэвид Мэтсон там в туалете, когда он Хлою застрелил. Нейтан, скорее всего, раскололся и сдал Джефферсона, или, возможно, мы тоже как-то поспособствовали этому всему. Ну, в общем, все хорошо, хорошо закончилось, как бы ничего плохого, только единственное, что Макс грустит без подруги. Ну, подругу она может и так найти, может он с Викторией закорешится. Да, конечно, она стерва, но как она показала себя на дискотеке тогда... Что она, в принципе, уважает Макс, но завидует ей, боится немного ее. Поэтому надо как-то к ней подход найти и, может быть, закорешиться с ней. Да, блядь, Дана есть, есть кто там еще, это, блядь, Брук. Есть куча баб, с кем можно тут реально подружиться. А Хлоя, ну, не в обиду ей будет сказано, но она как бы никакого хорошего примера не подавала. Она принимала наркоту, ну, может быть, сейчас не принимает, но раньше принимала 100 пудов. А она бухала постоянно, никак не развивалась, позорила мать, орала на нее. Короче, мне кажется, что вселенная просто хотела избавить мир от этой Хлои. Как бы она... Она, конечно, была разбита, все такое после смерти Рэйчел, но некоторые люди, вон Джойс, например, как правильно Хлоя заметила, что она потеряла Дэвида, научилась справляться. И Хлоя бы тоже поискала бы себе какую-нибудь пару и... Ну, она вот хотела быть с Макс, но Макс ее просрала. Короче, тут много... Можно вообще... Обсуждать и обсуждать вообще просто потому, что игра это крутая, игра очень интересная, игра заставляет задуматься о том, что вообще происходит, о жизни и так далее, и тому подобное, о своих поступках, о последствиях. Поэтому играть стоит, играть и переигрывать даже, может быть, даже раз можно в нее и переиграть, принять какие-то другие решения. Реально шедевр, реально студия Don't Not Games сделала шедевр. И я таки, наверное, еще после вот этих вот своих словесных поносов вам...
покажу таки концовку, где можно спасти Хлою. Для кого-то она будет хорошая, для кого-то, как и для меня, она будет не вариант. Но я ее покажу, чтобы уже как бы все были довольны. А пока что оставайтесь с нами, я буду дальше проходить Lone Dark, пока допройду там весь сюжет. Я решил пока снимать по одной игре на канал, как вы уже заметили, чтобы не распыляться на две, на три, потому что времени, просто времени не хватает. Я бы снимал бы больше, но пока что по времени так. Поэтому доведем до ума одну игру, потом будем проходить следующую и так далее и тому подобное. Поэтому пока на очереди Lone Dark, там посмотрим. Там еще надо будет Mafia 3 пару серий там доснять, вот уже допройти ее и что-нибудь еще, чтобы там проходили. И начать что-то новое. Все. А, ассасинов надо еще допройти, точно. Короче, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте палец вверх, кто этого еще не сделал. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока смотрите концовку, как мы спасли Хлою. Дальше я уже прощаться не буду, попрощаюсь здесь. Всем пока-пока. Макс, пора. Уже нет. Макс, я всегда буду с тобой. See you.